меня прибор не на весу. Я его положил на руку, и вот я начинаю подъезжать. И мы смотрим. Волосинка приклеилась. Мениск слезный, видно, у нас слезка плавает. Можно уже попытаться сделать гоноскопию. Уголочек посмотреть. И мы сейчас приближаемся. Волосы не должны лить у нас в прибор. Да? Собака должна смотреть туда. Я отодвигаю подальше. Смотрите на глаз. Я поймал плоскость. Я смотрю, насколько хрусталик проминирует в переднюю камеру. Мы смотрим на бухающую катаракту глубину передней камеры. Здесь далековато. Поближе. Поближе. И вот если мы зрачок расширим, да, найдя положение, мы можем заглянуть под край, да, под край радужки. У меня чуть-чуть более туго начинает крутиться колечко, потому что я, так сказать, мне прибор говорит, что там, уважаемый, так внимательно, да? Угу. И вот я пошел уже близко. И вот я уже, условно говоря, смотрю наши любимые шпицевые эктопические реснички. Поймали. Вот мы так смотрим тигров. У тигра глаз огромный. И в принципе я с расстояния, ну, здесь маленько, а там с расстояния большого, я уже в принципе могу по глазному дну походить, понимаете, погулять. Если это тигр, да, я боюсь к нему приблизиться. Но у нас же это не тигр. Поэтому, смотрите, я положил прибор. И я двигаюсь, глядите, как двигаюсь в изображение. И оно у нас. И вот, хотя это не самый широкий, не прибор для осмотра глазного дна, но тем не менее, на узком зрачке, в принципе, я пошел. Смотрите, для чего мне нужен этот контакт. Мне нужен для того, чтобы я картинку не терял. То есть я смотрю, нашел, условно говоря, центр, да, зрительный нерв, пошел по сосуду вверх, влево, вниз. Хороший, красивый. И смотрите, я в принципе особо близко не подъезжаю. То есть мне надо в принципе посмотреть пристрелочно. Да, вот медиальный, центральный, латеральный сегмент. Поближе. Сейчас выключусь. Здесь отражение, оно, то есть у разных животных немножко по-разному. Вот здесь немножко плоховато видно. Может быть, то, что далековато. Давайте попробуем отсюда. Здесь еще, в зависимости от того, насколько выпукла роговичка.